Привет, друзья, мы сейчас в Буковель байк-парке. Вот тут вот подъемник, который второй. Мы с него только что вышли. Вот такая картиночка. И будем смотреть трассу Red Mamba. Это красная трасса, Вова будет мне показывать. Он местный, он лучше, чем я, знает эту трассу, потому что я могу свернуть куда-то не туда и покажу вам не ту трассу. Вот въезд в байк-парк. И отсюда, я думаю, надо начинать, чтобы вы понимали, как подъехать к тем самым воротам, которые ведут на эту трассу. Едем. Да? Насколько вы понимаете, это красная трасса, Red Mamba. Тряхивает, будь здоров. Очень было динамично. Конечно, более весело, когда ты знаешь трассу лучше, потому что было крутых много моментов, которые Вова вам показал, к счастью. Но я их не проезжал. Какие-то мега-трамплинчики, еще какие-то секции. Конечно же, там тоже нужно много разных траекторий нарисовать. Взорвал Вова. Балку аж вылетело. Но вот эта трасса мне понравилась. Очень веселая. Есть еще черная, Black Heart. Так, объехали малыша. Есть еще черная Black Heart, она тоже веселая, но вот это супер, обратите внимание. Обязательно попробуйте проехать. И, конечно же, ее хорошо прикатать, чтобы хорошо изучить все моменты и ловить интересные траектории. Потому что у меня только что такое было. Полетел. Спасибо, Вова. Друзья, напишите свое мнение о трассе. Спасибо за просмотр. И до скорых встреч.